Доброго времени суток, уважаемые любители футбола. Вас приветствует спортивный комплекс Orange Fitness. И у нас стартует очередной игровой день детского турнира CLF Kids Football. И открывает у нас его матч между командами «Строитель» и «Татарстан». Главный арбитр встречи Сотников Даниил. Ну а у микрофона вместе с вами на протяжении всего дня за детскими соревнованиями буду наблюдать я, комментатор Ахмед Шнуравиль. Ну что ж, посмотрим, кто карт сильнее. Татарстан у нас в зеленых цветах, манишках ребятам, ну и «Строитель» уже в традиционных синих футболках. Давайте быстренько перейдем к составу команд. Начнем с команды «Татарстан». Дальний удар, и мяч проходит рядом со штангой. Коновнин, Котиков, Доминов, Забаров, Гильмудинов, Беглов, Ибрагимов, Вавилов, Козлов, Долганов, Фахридинов. Такой состав у Татарстана. Команда «Строитель». Галиев, Маштаков, Наборщиков, Холкин, Гатаулин, Зуев, Максимов, Наборщиков, Юмангулов, Гайзидинов, Тихонов, Загайнов. Вот такой состав у команды «Строитель». Воротах на Зуев. Ну и посмотрим, как он себя проявит. Сегодня Юсупова я не вижу, так что весь матч будет именно Зуев проводить в створе ворот. Юмангулов будет бросать по флангу. Беглов мяч перехватывает, скидывает назад и может попробовать пробить. Пока серия отскоков, и Коновнин пытался здесь развернуться, но не получилось здесь. Внимательно и надежно сыграли футболисты «Строителя». Юмангул, нет, Гайзидинов, прошу прощения, на левом фланге. Дальше Гатаулин, Гайзидинов обыгрывает в бровку. Но успевает здесь доработать у нас футболист Татарстана и не пускает своего соперника к своим воротам. Холкин. Гатаулин дальше направо и пытался с фланга на фланг перевести у нас мяч футболист «Строителя», но не получилось. Задача была перехватить. Пока у нас идет борьба за инициативу, команды немножко друг друга присматриваются, но в целом сегодня, кстати, погодные условия у нас хорошие. С утра был у нас дождик небольшой в городе, и такая легкая прохлада появилась, немножко освежила, так сказать, воздух. И ребятам пока попроще, пока солнце не нагрело. Думаю, в обед опять будет не так все сладко. Но сейчас для самого раннего матча созданы отличные условия. И ребята могут себя комфортно чувствовать и показывать свой максимальный уровень. И надеемся увидеть много голов и интересных событий в этом матче. Котиков пытается мяч выбить. Здесь подбор. Гатаулина дает направо. В Гатаулин, в прострельной передаче. И будет ли Гайзидинов бить, пока мяч у него? Гайзидинов убирает под себя. Удар в ближний угол. И на месте голкипер вручает за свою команду. Голкипер команды «Татарстан». Но со второй попытки мяч отправляется в ворота. По-моему, Наборщиков отличается. И поздравляем мы его с забитым мячом. 1-0. «Строитель» выходит вперед. Вот так вот. Особо ничего, казалось бы, не предвещало беды, но вот хорошая атака позиционная, и мяч в сетке ворот соперника оказывается. Отличное действие от команды «Татарстан». Гайзидинов получает мяч. Пытается здесь команда «Строитель» через левый фланг выйти в атаку. Коновнин на перехвате. Мяч центр поля. Ну, Татарстан в целом играет очень результативно. Много ребята пропускают. Ну и стараются много забивать. Стараются играть в атакующий футбол, несмотря ни на что. И я думаю, эта встреча не станет исключением. Я думаю, много забитых мячей мы с вами увидим. Коновнин. С Бегловым, Беглов. Попытка дальнего удара, мяч у Зуева. Марат, один брат. Передача не точная, мяч
Беглов в центре поля. Забарова. Забаров пытался на третьего сыграть, но не... Забаров. Переводит. Кановнин на Беглова. Беглов налево. Здесь у нас Гильмудинов. Но один в один обыграть не получилось. Здорово так поставил корпус защитник. И в итоге штрафной. Гатаулин получает мяч в центре, отдает на Муштакова, пытается обыграть, карточку дать, но пока обошлось. Здесь без предупреждения и будет штрафной исполнять команда «Строитель». Кто будет исполнять? Гатаулин, судя по всему, попробует свои силы. Нет, Загайнов, прошу прощения, Загайнов. Будет исполнять 7-й номер команды «Строитель». Загайнов, хороший плотный удар, створ ворот, но здесь на месте. Голкипер и свою команду вручает. Самое главное, что он здесь не дал отскок. Лизуя пошибается. Момент. И как не забивает Кановнин в пустые ворота. Великолепный момент сейчас был у команды с Татарстан, чтобы сравнять счет в этом матче. Тихо, другой край, тихо. Здесь Динов будет бросать из боковой линии в центр поля. Здесь неплохо он развернуться. Наборщиков пытался это сделать. Холкин на подборе. Дальше на Загайнова. Загайнов через дом. И можно направо здесь сыграть. Там Тихонов у нас есть, но слишком неточный передач оказался. И мяч уходит за пределы поля. Будет у нас из бокового бросать футболист Татарстана. Гильмудинов, нет, к этому мячу не поспеет и будет аут. Хорош, Данил! Лезь, лезь. Изидинов хорошую передачу получил. Может здесь решать эпизод, убирать под правую. Наверное, это уже было лишним движением. Можно было до этого пробить, еще до обводки. Ворота, в принципе, были открытым, но решил улучшить себе позицию. И в итоге перемудрил. И в итоге голкипер свою команду вручает. Но в целом неплохая атака. И угловой «Строитель» будет исполнять. Загайнов будет исполнять этот стандарт. Подача. Здесь от рикошет от защитника. И мяч ходит за боковую. Будет аут. Команда «Строитель» будет бросать. Через дом разворачивается атака. Чугунов отдавал направо, но до Тихонова передача не дошла. И будет аут для Татарстана. Быстро разыграли ребята, можно направо перевести, но решили попроще сыграть и отправить передачу вперед на ход. Гильмудинов. Попытка перевода здесь. Оступился немножечко Гильмудинов, но сам же небольшую свою помарку исправляет и пытается сейчас по флангу начать атаку своей команды. Хорошо отыгрался Гильмудинов, есть свободная зона, хороший эпизод для того, чтобы пойти в обводку. И Газединов этой возможности пользуется. Сколько же сил у него. Он очень активен. Но вот сейчас уже видно, что подустал. И нужно время, чтобы перевести дух. Очень активен, очень продуктивен. Второй номер «Строителя». И стоит его отметить за действие на текущий момент. Еще опускайся. Вон, видишь,
говорю. Наборщиков, видишь икру? Вот. Полки ниже, чуть ниже. Полки, Маштаков, вот без игрока. Маштаков, возьми девятку в центре. Чё ты стоишь-то, а? Вот, хорошо. Длинная передача вперед. Здесь перехват. И можно попробовать начать атаку своей команды. Маштаков пытался добороться. И в итоге аут для команды строителей. Гайзидинов отдает передачу Маштакову. Дальше пытались развернуть атаку, но не позволили это сделать. И по левому флангу Татарстан выходит. Момент. Беглов, Кановнин. Удар. Перекладина. Еще удар. И 1-1. Беглов сравнивает. Сейчас все-таки футболисты Татарстана сравнивают счет. И счет равный. Хороший гол. Все-таки добили своего. И мяч в сетке. Холкин разыгрывает Чугунову. Дальше в центр. Неплохо. Маштаков. Здесь нужно опустить мяч на газон. Маштаков решил пуститься в обводку, но Забаров здесь на перехвате. Беглов опережает Зуева, но воспользоваться этим не получилось. Мяч перелетает через лицевую и уходит за пределы поля. Будет удар от ворот. Чугунов направо и аут для бросать для Татарстана, конечно. Строитель сейчас надо перестроиться и пытаться максимально быстро мяч отобрать у соперника, не позволив ему что-то создать, как это было в прошлой атаке, где команда Татарстан сравняла. Ну, в целом, равный футбол продолжается у нас. Команды закономерно, можно сказать, отменялись забитыми мячами. И я думаю, еще обязательно мы голы увидим в исполнении двух коллективов. Кокрискован играет Холкин, но в итоге получается все. Гайзидинов, дальше Гатаулин и вновь Холкин. Дальше Загайнов, и можно справа найти партнера, но передача доходит. Здесь наборщиков набирает скорость. И здесь Котиков здорово сыграл в отборе и мяч отвоевал. Отличное действие от Котикова. Загайнов с мячом дает налево. Загайнов вновь, Гатаулин и передача налево. Гайзидинов тащит мяч вперед. Здесь был на грани фола сыгран, и в итоге штрафной команда строителей будет исполнять. Кто будет исполнять? Загайнов разыгрывает на Холкина. Холкин налево Загайнову. Перехват, и по флангу бежит команда Татарстан. Может пробить удар в дальний, неплохо. Но Зуев отлично. Команда строитель. Рамир, останься. Денис, зачем ты в него бежишь? Нормально. Мягкая подача на ближнюю штангу, мяч убивается. Подальше. Дальше рикошет и попытка обыгрыша один в один. Есть слева, справа партнеры. Решил сам обыгрывать, неплохо. И пенальти. Да, 11-метровый зарабатывает у нас нападающий строителя. И отличное действие нападающего. Ну что ж, кто будет исполнять? Загайнов, судя по всему. Вот он шанс для строителей, чтобы выйти вперед и вновь почувствовать, скажем так, лидерство для команды строителей. Ну что ж, Загайнов или голкипер Татарстана? Удар, и Загайнов забивает. 2-1, строители выходят вперед. Неплохой удар, плотный, чуть левее центра, и вратарь здесь не угадал и не смог среагировать на этот выстрел Загайнова. Строитель выходит вперед. Беглов разыгрывает. Котиков. Дальше налево.
Длинная передача вперед, и мяч отскакивает. Дальше Чугунов. Чугунов выбивает и аут. Не уступаешь просто так, единоборство. Вон там мяч принял, обыграл двоих. Прострельная передача, и Зуев мяч забирает на выходе. Смотри, Слав. Центр. Центр. Я вот для стройки. В центре один игрок. Данил, ты ниже, на него быстрее. Посмотри хотя бы. Ты не видишь ничего. Давай, давай, ниже. Позыл ниже тоже. Давай, играй, давай. Акбар. Гатаул, это не отбор. Хороший проход здесь. Вот футболисты Татарстана троих здесь попытался обыграть, но после удачной обводки не смог найти вариант для продолжения атаки. Но вот сейчас Канова мне здесь в центре поля борется, но мяч у команды строителей. Можно в контратаку убежать. Здесь хорошая обводка вновь. Есть справа Юмангулов, да, передачу получает. Юмангулов подать штрафную. Момент, Гайзидинов может забивать удар и... Котиков, еще удар, и мяч в сетке. 3-1. Загайнов на подборе, мяч отправляет в сетку ворот. 3-1. Счет на табло. Хороший гол. Строитель увеличивает свое преимущество в данном матче. Беглов ставит здесь корпус, дает налево. Забаров. Мяч таки потерял, Гайзидинов здорово сыграл, мяч отвоевал, и хорошая передача. Могулов успеет к этому мячу? Нет, не поспеет, как бы не старался, все-таки слишком далеко было до него бежать, и в итоге аут для команды Татарстан. Гаяс, ты сужаешься, игрока видишь команду, да? Да. Еще сужай, не рядом с ним. Вот, Беглов ставит корпус. Дальше приходит на помощь ему Гильмудинов, и по левому флангу пытается команда Татарстан скрыть оборону соперника. Но вот обратная передача на зону подбора, и вот здесь футболист-строитель навязывает борьбу и в итоге отвоевывает мяч. Гайзидинов. Мяч сохраняет передачу на защитника. Здесь поаккуратнее сыграли. Максимов дальше дает передачу на партнеры. Гайзидинов здорово переводит на Загайнов. И Загайнов поднимает голову и развивает атаку своей команды по правому флангу. Здорово, Юмагулов в центр. Хорошо ходит мяч у строителя. Китовулин. А вот здесь уже его немножечко подавили, встретили и мяч перехватили футболист Татарстана. Будет удар. Удар заблокирован. И угловой. Последний момент здесь буквально. Исправили ситуацию у нас игроки команды «Строитель». Разбирайте игроков, ребята. Где заморозка? Артур, очень неуверенно. Давай поувереннее. А где заморозка? Поувереннее. Амир, ниже. Переходим от строя. Юма, ты вот кого держишь? Данил! А? Гильмудинов будет подавать. Стандарт. Хорошая подача и мяч в воротах здесь. Неприятно. 3-2. Ну, подача была хорошая, неудобная, очень на неприятной высоте. И вратарь здесь не дотягивался, а игрокам здесь было неудобно выбивать. И в итоге мяч срезается в ворота. 3-2. Смотрим дальше. Ну, как мы и предполагали, результативная игра. Восполнение двух команд. И это только первый тайм. Я думаю, голы еще обязательно будут. Может, даже еще в первом игровом отрезке еще мы увидим голы. Угловой. Строитель зарабатывает. Да
Максимов, ты не лезь. Зону займи достойно. Ика Андреев. Быстро разыграли Загайна. Здорово обыгрывает и пытался с носка пробить с острого угла, но не получилось. И еще один угловой. Загайнов попробует сейчас подавать, а уже розыгрыша не будет. Смотрим, удастся ли там у высокорослых игроков Татарстана выиграть этот мяч, таки там котиков, ну, на две головы минимум всех выше. И в итоге решили прострелить низом, но здесь перехват, и на ближней штанге футболисты Татарстана мяч перехватили. Быстрая контратака, в итоге удар и офсайд. Да, все верно. Беглов уже был в штрафной площади и, соответственно, получал передачу в зоне атаки. Это офсайд. Положение вне игры. Будет счет оставаться на спереди. Хотя контратак получилась очень хорошая. И, к сожалению, ну, небольшой офсайдик, но не имеет никакого смысла. Зуев на партнера. И можно направо перевести. Передача не проходит. Здесь Зябаров на Беглова. Удар не получился. Хорошая была попытка, но мяч не дергается на ногу и доходит до зоны. Витаулин. Горчичник. И команда строителей будет разыгрывать штрафной. Ну, бывает, бывает. Главное, чтобы без травм ребята здесь играли, без повреждений. И все было хорошо. Максимов. Здесь рискованная передача. Нужно уж попроще сыграть. Зуев. И да, вынужден уже здесь выбивать. Галиев здорово зацепился. И строитель может убирать в контратаку. Четвером против троих. А вот передача обратно Юмангулова была чуть поспешная, и Котиков ее перехватил. Дальше Гельмудинов. Гельмудинов на Беглова. Беглов пытается здесь обостриться. Удар из подопорной ноги бьет защитника. И Зуев успел перестроиться. Отличный сейв. И счет остается прежним. И далее удар от ворот. Отличное действие от голкипера. И Беглов здорово все исполнял. И мог здесь счет сравнять, если бы не голкипер команды «Строитель». Здесь немножечко сами себя ребята «Строители» загнали в тупик. И тяжело отсюда будет выбираться. Но посмотрим, получится ли. Где перехват, удары. Зуев. Отличный сейф. Исполнение голкипера будет. Мягкая подача, но забить не получилось. Здесь немножечко задрал траекторию полета мяча у нас защитник, подающий, и в итоге мяч ушел за боковую. Дальше заброс вперед, здесь Забаров на перехвате, пытается здесь зацепиться футболист Татарстана. Но строитель вновь пытается через контроль мяча, через пас выйти из обороны в атаку. Гаизидинов. Дальше вперед. Зябаров и мяч у Загайнова. Загайнов пытался здесь троих обыграть, не получилось. И все, первый тайм на этом закончен. 3-2, классный футбольный матч, небольшой перерыв. Закончился перерыв, начинается второй тайм нашего матча ЦЛФ Kids Football. И после первого игрового отрезка, после первых 25 минут, счет у нас 3-2 в пользу команды «Строитель». Татарстан пока в роли догоняющих, но в целом игра упорная, интересная и результативная, что немаловажно. Есть на что посмотреть в этих матчах, есть моменты, есть сейвы, игра очень свежая и интересна. Гатаулин бьет и на месте голкипер выручает здесь свою команду. Хорошо, здесь Гатаулин в целом все исполнял, но точности ударов все-таки не хватило, и мяч ушел мимо створа ворот. Под себя. Еще пытается здесь раскачать своего соперника, но все-таки
не получилось, и мяч уходит. Пода, и здесь перевод. Гильмудинов обыгрывает по флангу, но мяч уходит за пределы поля и будет аут для команды строителя. Ну что ж, Имангулов будет бросать из-за боковой линии по флангу. Здесь перехват, и Загайнову достается, и будет штрафной. Команда Татарстан исполняет. Быстрый розыгрыш. Дальше передача налево. В центре поля здесь Беглов оказывает давление, но мяч пока оставался строитель, но вот сейчас Загайнов уже на своей половине поля его контролирует. Поставь. Загайнов, скидка назад, здесь Чугунов направо, Юмангулов с подавлением. В итоге Татарстан заставляет соперников вжиматься, буквально чуть не свою штрафную, но мяч по-прежнему со строителя неплохо его контролирует, до последнего буквально. Вот сейчас ошибка, удар заблокирован. И мяч отскакивает, и здорово, Гайзидинов может убегать. Переводи, Юма, Юма! Гайзидинов. Да быстрее! Перевод направо, Юмангулову. Юмангулов в центр, хорошо, и можно пробить Маштаков, и мяч в воротах, 4-2. Строитель увеличивает преимущество своей команды, здорово разыграли, и мяч в сетке. Браво! Юмангулов, браво. Гайзидинов, которые развили тот так вот двумя передачами. Ну и Маштаков, браво за завершающий точный удар. Отличный гол. 4-2. Продолжаем смотреть и лицезреть за этой результативной игрой. Гайзидинов вновь здесь активничает на левом фланге. Здорово. Прострел. И может пробить здесь касание. Ай-яй-яй. Не получилось. Перевод. Забарова, Забаров пытался дальше обыграть, но Чугунов подстраховал здесь и мяч выбил за пределы поля. Будет у нас аут исполнять команда Татарстан. Забаров бросает назад. Можно попробовать передачу исполнить. Перехват и контратака. Муштаков пытается здесь развить атаку, но его здесь придержали, и в итоге мяч в центре поля. Перевод направо, Юмангулов. Будет ли удар в дальний угол? Удар, нет, в ближний, чтобы пробить, неплохо. Флангу бросит, да, Гильмудинов здесь открывается, мяч получает Гильмудинов. Пытается один в один разобраться, но нет, сам себя в итоге обыграл, и в итоге мяч потерял, аут для строителя. Набор! Наборщик в один стоит, ты не видишь, да? Ты специально
специально наоборот все делаешь, да? Лезидинов будет бросать из боковой линии по флангу. Здесь перевод, и можно попробовать зацепиться. Здесь Забаров, Забаров. Хорошая передача. Гильмудинов может забивать. Гильмудинов. И нет, гола нет. Упускает здесь свою возможность Гильмудинов. Очень досадно, обидно. Зуеву здесь досталось. Им нужна небольшая пауза, чтобы привести голкипера в порядок. Надеемся, что там обошлось без травм. Небольшие болевые ощущения. И все будет в порядке. А здесь с нападающим, с голкипером команды. А строители с нападающим команды Татарстан. Забаров. Под удара заблокировано. Здесь Кановнин. И Беглов. Беглов. Хорошая передача. Забаров. Удар. И мяч в сетке. 4-3. Татарстан отыгрывает один из мячей и возвращается в борьбу в этой встрече. Неплохо действует. И в итоге продолжается у нас зрелищная и упорная встреча Татарстана и строителя. Здесь ошибка, и можно забивать. Беглов. Все-таки акцентированный удар нанести не получилось. Зуев здесь выручил. Гайзидинов дорабатывает фол, но Гайзидинов активен, продуктивен и своими активными действиями вынуждает соперника правила нарушить. И в итоге штрафной удар зарабатывает команда строителей. Набор, иди вон туда на диване. Ты вообще о чем ты думаешь? Куда ты идешь? Иди вон, смотри, где стенка стоит. Гатаулин, стенка где стоит? Наборщиков выше! Заганев попробует. Мастер стандартов, можно сказать, у строителя свои силы. Позиция дальняя, я бы сказал, сверхдальняя. Но вот в итоге удар, и голкипер на месте. Свою команду выручает. Дальше мяч убивается. Зуев. Мяч убивает на выходе. Здорово сыграл здесь ногой и разрядил обстановку возле своих ворот. Тихонов. Прострел. Защитник внимателен, но подбор за наборщиков. Наборщиков перевод. Загайнов налево. Гайзидинов можно забивать. Удар. И голкипер на месте. Свою команду выручает. И дальше стык. И Гайзидинов правила нарушает. И штрафной для Татарстана. Хорошая атака. Было численное преимущество. Довели все до удара поворота, но до гола довести дело не получилось в данной ситуации, хотя атака была, еще раз повторюсь, очень перспективной. И, я бы сказал, должны были забивать здесь у нас футболисты строителя в предыдущей атаке. Тихонов с Кановниным борется, Кановнин мяч отвоевал, и в итоге аут для Татарстана. Гайзидинов. Наборщиков здесь немножечко не сориентировался, и мяч до партнера довести не смог. В итоге потеря. Беглов здесь неплохо подавливает, мяч отвоевывает, бьет, но Зуев мяч забирает в руки и будет вводить мяч в игру. Неплохая попытка. Наборщиков, иди сюда. Гильмудинов будет подавать стандарт. Стандарт — это шанс, учитывая, что Татарстан все-таки чуть-чуть повысокоросли, чуть постарше ребята, и могут здесь свои шансы реализовывать. Ведь подача! Мяч убивается, было очень опасно, но это хорошая подача была. Тихонов. И зарабатывает аут.
на 200 идти туда в центр, а? Еще ниже, Лик Андрей. Длинная передача неплохая. Чугунов здесь на мяче оказался первым. Мяч убивает Гайзидинов, но здесь активничает. Передача направо. Тихонов. Тихонов и угловой. Зарабатывает своими активными действиями. Стандарт. Хорошая возможность сейчас что-нибудь после подачи создать. Прострельная передача. Здесь голкипер на выходе, и мяч забирает вперед. Дальше пытается сильно выбить на Беглова, но у Беглова зацепиться за мяч не получилось. Мяч уходит за боковую, будет аут. Бросать команда «Строитель». Перевод не сработал. Здесь подбор. Направо Юмангулов, и пробить может. Лов, передача, наборщиков бьет, попадает соперник, и защитники доработали до конца в этом эпизоде. Центр. Хорош, Женя. Еще. Здорово. Здорово. И вперед. Переводача направо, Юмангулов, нет, к этому мячу никак не успеет, будет удар от ворот. Иди на мяч-то, а! В центре поля у нас мяч. Команда Татарстан сейчас может сравнять счет в этой атаке. Гильмудинов. Гильмудинов бьет, и 4-4. Татарстан сравнивает. И мяч в сетке ворот оказывается. Волевую победу посмотрим. Время еще есть у нас на выявление победителя, на выявление сильнейшего в этом матче. Тело выше, выше, как тело. Выше. Холкин. Неплохо. На Загайнова мяч довел. Загайнов разворачивает налево. Гайзидинов. Может здесь один в один обыграть, пытается в центр сместиться, может быть даже пробить, но здесь защитник здорово сработал, не пустил соперника, и в итоге аут. Татарстан будет бросать. Загайнов. Ищет вариант. Есть право-слева. Гильмудинов включается. Здесь отскок. И угловой. Строитель будет подавать. Вот он шанс, чтобы решить эпизод и забить мяч. Может быть, даже победный. Посмотрим, кто будет подавать. У строителя. Юмангулову будет подавать. Такая прострельная передача. Еще раз. Нужно будет повторить. Но на сей раз аут только. А не угловой. Гильмудинова мяч угодил и выбивает дальше. Зуев заряжает свечу здесь. Потеря Гильмудинов. Удар. И Зуев все-таки здесь должен добраться до мяча и будет разыграть. Холкин. Дальше налево Холкин. Перевод и можно направо. Зага. В центре Загайнов на Холкина и дальше на левый фланг. Передача идет. Нет, к этому мячу не успевает, и угловой. Татарстан будет подавать угловой, это шанс. Сейчас что-то Подача. И Беглов бил с линии вратарской, но не попал. Второй ворот. Прекрасная возможность была, но отличиться не получилось. Момент был шикарный.
за замену. Понизь мне наш. Тебе? Что за... На замену вратаря строитель Тихонов появится вместо Зуева. Зуев какое-то повреждение получил. Здоровье, безусловно, всем ребятишкам. Что мы без травм закончили и смогли получить удовольствие. И спокойно играли свою любимую игру. Получали наслаждение без каких-либо последствий, травм тем более. Пока розыгрыш. Можно попробовать здесь через левый фланг даже взломать оборону. Забаров там пластается в подкате. Дальше отскок и аут для команды «Строитель». Газединов будет бросать. Здесь момент и 5-4. Татарстан увеличивает давление, перехватывает мяч и отправляет мяч уже в пустые ворота. 5-4. Тихонов здесь уже своей команде помочь никак не мог. Вот так вот решает эпизод, решает момент команда Татарстан. И со счета 2-4 выходит вперед. И уже ведет 5-4. Впервые, кстати, в этом матче Татарстан вышел в лидеры. И посмотрим, сможет ли команда «Строитель» отыграться. Времени остается уже не так много. Газединов по флангу. Здесь отскок и перехват. Фолтин здесь на перехвате. Коновнин пытался обострять передачу вперед, да, здесь отскок и мяч уходит за пределы поля. Будет команда Татарстан бросать из боковой линии. Газединов по левому флангу, вновь второй номер здесь активничает, прострел, момент, вот он, но нет, мяч обработать здесь не удалось, Имангулов на подборе, пытается вернуть мяч Загайнову, и в итоге мяч отдается направо, Имангулов, центр, здесь Котиков и Загайнов с мячом, Загайнов может попробовать пробить, врача налево, здесь Коновнин и Гильмудинов пытался здесь развить атаку, не получилось. Аут будет Юмангулов бросать. Мангул, Юмангулов, особых-то вариантов нет. Здесь Татарстан всех прихватил на своей половине поля. Но вот сейчас неудачный кикс, и «Строитель» может вот из этого извлечь. Коновнин. Коновнин. Передача. Беглов и Тихонов. Выручает свою команду. Момент хороший был. Но отличиться не получилось. Газединов успеет к мячу. Успевает. На самой бровке его сохранил. Дальше пускается в обводку. Газединов двоих обыграл. Дальше отскок. Татарстан здесь дорабатывает. И бежит в контратаку. Татарстан. Но и здесь защитники на месте. Да, много единоборств последние секунды этой встречи, последней минуты. И никто никому не хочет уступать. Идет рубка за победу. По-другому и не скажешь. В итоге отскок и мяч ходит за боковой. Имангулов бросает на Гатаулина. Гатаулин. Дальше налево, вновь Имангулов. И мяч на левом фланге. Будет ли удар здесь? На выходе голкипер. И мяч выбивается подальше. Да, терпит концовку. Команда
строитель. По левому флангу можно пробить, и тоди мяч уходит за пределы поля. Иди сюда, набор. Иди сюда. Трусы не нужны на поле. Ты всего боишься. Так не играют. Вон, смотри, Гаяш, он там поднять бросается, он все делает. А ты боишься всего. Отворачиваешься от мяча, от игрока. Че ты там спрятался? Иди сюда. И удар, голкипер на месте, вручает свою команду. Обыгрыш можно забить здесь. Гайзидинов, удар заблокирован, еще отскок, и будет удар, мяч выбивается на угловой. Ну зачем ты у него отнимаешь-то, Маштар? Все, игроков возьмите, Амир возьми. Котика возьми, не за спину не пускай. Ислам возьми игрока. Карим, ближе к нему встань, ближе к нему. Назад, назад, назад. С момент удар и на месте. Хорош, Ранель, молодец, Ранель. Попались. Хорош, чуга. А что в центре-то у нас? Мяч уходит, и удар от ворот. Тихонов здесь уже поторапливается. Можно будет здесь разыграть. Тихонов налево. Пускает мяч, и Гатаулин в центре. Гатаулин. Дальше Маштак. Холкин на подборе. Холкин пытается переиграть здесь одного, второго, идет дальше, и в итоге Чугунов. В финале штурм Мурманский строитель пытается организовать. Владеет мячом, ищет варианты. И в итоге можно налево отдать. Гайзидинов, и на самый лицевой мяч остается, подача, можно бить, удар, и выше ворот. После удара Загайнова мяч уходит, и удар от ворота. Шикарный момент был, но на этом все. Татарстан одерживает победу 5-4.